горит. Все, ready to go. Хорошо. У вас сразу хорошо с этим шарфиком. И вообще, пусть все происходит плавно. Ага. Не забывайте перед поворотом разгибать колени, чтобы перенесли весом. И давим только на одна из рук. Верхняя отдыхает. Верхнее колено начали сгибать. Начали поворачивать. Начали сгибать верхнее колено. И давим на нижнее. Вот. Вверх. Давим на нижнее лыжи. Верхнее колено. Сону. Давай. А почему поворот. Я ниже поехал? Да, поворот, это когда едем в диагональ после поворота. Помогай себе плеча. А, видишь разницу? Хорошо. Помогай себе левой плеча. Давай верхнее колено. Все вместе. Да. Вот это не знаю, что делать другой ногой. Сгибай колено, потому что оно тебя блокирует. А вот если... Начали поворачивать, только согнули колено. Да, да, именно. А ну-ка, еще раз. Согнули рассмотрим все как отдельные этапы поворота и потом все свяжем. Ага. Пусть сделаем упражнение о том, как мы должны себя вести в диагонали. Диагональ — это участок между пару поворотов. В диагонали, на параллельных, давим на нижние лыжи, колени и таз вверх, и анатомически, если колени и таз наклоним вверх, то плечо уходит вниз. Чтобы почувствовали, что весите, что давите на нижние лыжи, пару раз будем поднять верхние. Вот. Да, наклони плечо вниз. А, да, теперь давишь на нижние. Хорошо. И если на наши следы взглянем, давя на нижней, мы начинаем вверх идти. То есть уменьшиваем скорость. Скорость контролируем в диагонали, давя на нижней. Давайте. Едем. Вверх. Давим на правой. Хорошо. Не спеши. Не, ничего не поднимай. Поднимай, это было упражнение. Ай, давим. А, это уже другая вещь. Давим на правой. Согнули верхнее колено. Молодец. Вот так. Видел? Прямо протормозил. Потому что крепко давишь. Поднял, потому что. Не, не поднимай. Достаточно. Это было только упражнение. Не поднимай. Не, не поднимаем. Ага. Я забыл сказать. Ладно, это было упражнение. Только согнули верхнее колено. Ладно, не напрягаясь. Начали. Давим на нижний. Почувствуйте, как давим на нижний. Поверхные стороны. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Бывает. Так, стой. Сейчас будем сделать эксперимент. Только, Маш, мне кажется, что чуть-чуть уходишь назад. Хорошо. Ребята, пусть пока поворачиваем, не будем думать о весе, о чем другое. Будем думать о том, что мы должны скользить вперед внешнюю. Та, на которую обычно давим, будем ее вот так вперед скользить. А другое колено, то получается другое будет верхнее, только согнули. Еще раз не понял. Вот. Внешняя лыжа, та, которая обычно давим на нее. Вот это внешняя, да?
сейчас? Ну, если поворачиваю налево, правая, ага. Да? Внешняя лыжа, пусть толкайте ее, чтобы скользила вперед. Вот так вы ее толкаете. Ага. Чтобы скользила вперед. А верхнее колено только согнули. Потом левая лыжа пусть скользит вперед, верхнее колено согнули. Не спеши. А изгибай верхнее колено. Не поднимай, изгибай. Левая лыжа скользит вперед, толкай ее, скользя вперед. Хорошо, Маша. Согнули верхнее. Толкай, скользя вперед, толкаем левую. Правое колено согнуто. Давим на нижний. Диагонали продолжаем давить на нижний. Хорошо. Весишь назад. Весишь чуть-чуть назад. Это получается из-за рук. Угу. Руки вперед? Руки вперед. Без напряжения, на уровне креста, но вперед. Если они вот здесь на карманах, мы нечаянно уходим назад. Угу. Внешняя лыжа скользит вперед, верхнее колено согнули, хорошо. Правая скользит вперед, верхнее колено согнули, отлично. Толкай ее, скользя вот вперед, эту? Верхнее колено только согнули, хорошо. Дайте, хорошо. Хорошо, хорошо, отлично. Еще пару поворотов. Отлично. Хорошо, Маша, все получается отлично. Хорошо. Ребята, это все мы делали. Все мы делали как положено, только думали по-разному. Ага. Потому что пытаясь скользить вперед ту лыжу, мы на нее давим. Ну, думаем по-разному. Дайте нормально, пытайтесь не думать, дайте уже чувствовать. Что мы должны чувствовать? Что давим на нижней, и что верхнее колено должно быть согнуто. Смотрим там вниз, прямо вниз, вот там. Пожалуйста, не наклоняйся к центре поворота, потому что в диагонали будешь вот так вверх. Мы должны наклоняться вниз, чтобы давили на нижний. Ага. Не наклоняйся вверх, вниз. Диагональ — это между двумя поворотами я еду. Диагональ — это между период... поворотами. Да. По прямую, когда едем. Ага. Вот. Едем в диагональ. Не забывайте, перед поворотом разгибаем колени, вес переносим на нижний, крепко на нижний. А, это уже другая вещь. Хорошо. Хорошо. Лучше. А где центр поворота? Здесь? Да, там. Если я вот так поворачиваю, вот этот центр. Да, там где внутренняя половина. Это у нас к центру. Не поворачивать туда. Не наклоняться туда. Да, да. А куда наклоняться? Снаружи, на внешний. Все у нас главное. Горная лыжа, самая главная половина — это внешняя. Ага. Наружная. Не к центру поворота. Дай прямо, дайте прямо. Как будто в диагональ. Давим на нижний, то есть левое плечо чуть-чуть налево, чтоб давили на нижний. Да.
пусть Макс подождем. То есть пошагово, вот я еду, сейчас буду поворачивать, да? Вот я перед поворотом приготовился. Да. Первое, что я делаю? Разгиба колен. Сначала разгибаем колени. Так, да. Потом? После разгиба. С разгиба лыжи уходят прямо вниз. И тогда начинаем нагружать внешнюю. Внешнюю. Да. Внешняя превращается в нижнюю.